I trust this will suffice. God smiles upon the generous. Oh, away with you! Back to your cesspit, beggar! A land grotesque as its people. You dreamt of utopia. You saw the tribes united as one. Oh. That dream died long ago. You should have done the same. Your kingdom will perish alongside you. By my hand. I cannot fathom it. His Majesty killed in his own bed. The blooms upon the prince's grave had yet to wilt. Without an heir to wear the crown, what will become of the royal magic? Thus vulnerable, an invasion might undo us. From within or without, the state hangs on a precipice. It may even come to civil war. In dark times, we must stand together. Your Eminence! Who could do this? Few could even enter the king's chambers, let alone draw close. And yet, His Majesty's arcane power could deflect near any blade. With all the royal bloodline's magic, who could harm him at all? Shadows stir in the castle, just as they did with the prince. What hellbound soul could end a royal life? Who would dare such atrocity? Huh? Louise. A shame to die with no heirs. The prince was taken too soon. And only a king may wield the royal scepter, the very crux of his vaunted bloodline's magic, which made such a fine deterrent to war. One has to ask, them dead, who shall take the throne? Here begins the demo prologue of Metaphor ReFantazio. What we have to offer you is but a taste of the story from its beginning, but through it, your experience will mirror the full version. Should you wish it, you may carry over your save data to the full version. We thank you for expressing your curiosity about our tale of fantasy. Всем привет! Вы находитесь на канале Фазгород ТВ. Сегодня у нас демо-версия Метафор ReFantazio, почему-то разработчики ее называют в трейлерах и каких-то пресс-штуках. А неожиданно даже для себя решил попробовать демо-версию. Тянет иногда на такое, тянет иногда на JRPG, особенно такое более приближенное к классическому JRPG, потому что финалку ждать долго. А вайбы такие, что-то как-то иногда вроде как и хочется. Проблема этой игры в том, что она выходит 11 октября. В октябре количество релизов приравнивается к двузначному числу, поэтому я, типа, не знаю. Этот ролик, давайте так, он не говорит о том, что мы будем проходить все полностью. Это эксперимент для меня в том числе, потому что почему такие игры особо вы можете не видеть на каналах у людей, потому что их еще особо и не смотрят. Это такая очень сильно локальная история, то есть, типа, да, у Персоны много фанатов, но, тем не менее, все равно подобные игры не так сильно заходят публике, просто, ну, по крайней мере, в СНГ-сегменте так точно. Вот. Мы не будем проходить конкретно в этом ролике вообще весь пролог, это будет прям такой вот первый взгляд, не знаю, там первого часа, полутора часа, потому что здесь демо-версия пролога на 4 часа с очень большим, игра сама началась, что происходит? Ну, в любом случае, если она началась, то как бы окей, я вроде ее настроил, там есть... Насколько я понял. А, она заново началась, какая ты молодец. Там типа есть какие-то технические проблемы, что демка там у людей дропается до 30 кадров местами, не очень приятно, но я вроде настроил, пока все нормально, но тут как бы и геймплея это не было. Давайте посмотрим, попробуем, потестим. Вдруг это будет игра, которую вот мы максимально на фоне где-то будем проходить на стримах, когда новинок-то особо и не будет, и делать будет буквально
Нечего, хотя в октябре такого не может быть, но неважно. Русский, тем более, здесь есть, тоже редкая достаточно история для подобного рода тайтлов. Who's there? I can feel you watching me from a place beyond my sight. Whoever you are, please tell me. Does our world pique your interest? Pardon my curiosity, but would you tell me your name? That is to say, tell me who you really are. The one who meets my eyes across a strange threshold. Назови мне свое имя, не имя главного героя нашей истории. Вы решили сломать мне четвертую стену сходу? Окей. Данило. Да. Ну. О. Подтверждаю. Ты будешь управлять героем, и твое имя Данило. Это правда. Это действительно не имя героя. Which suggests to me you might reside in a world beyond ours. It is a curious thing that in your eyes, my entire world is but the dawn of a story yet untold. Or to put it another way, this is a fantasy. But can it truly be dismissed as something so far removed from you? If indeed you wish to cross to our world for a time, I would first ask that you indulge one question. Is fantasy limited to the confines of imagination? Would you call it a powerless creation? A passing daydream, an idle creation of a distracted mind. That must be how you see it. I confess, my own answer still eludes me. But consider, if fantasy is born from hope, a desire to make the world better than it is, then that hope can be made manifest. Thus does change come, and thus is fantasy forged into a new reality. Perhaps the story about to unfold before you will tell us. I'm thoroughly invested now myself, so let this tale begin. Выберите уровень сложности. А что, убийство недоступен, да? Он какой-то другого цвета. Обычный. Мне, пожалуйста, не выносить мне мозг. Looks like we're in the clear. The capital's just through this desert. Is it true then? The king is dead. Aye, and the guards are more concerned with the funeral than keeping the roads safe. So now the monsters are roaming in broad daylight. No soldiers to stop them. Monsters, huh? I've certainly been hearing the stories. To say nothing of the vacant throne. There's a storm coming. Mark my words. That much is certain. What's the problem? They're bandits! Come on, let's see some respect for the militia! Us folk, we're commoners! No crown or church will save us! But Lord Luis will save us one and all. All we ask is little tribute. You're with us or against us? And if you're against us... An igniter? How'd they get one of those? Come on, come on! Keep it moving! Hurry it up! That's right! Huh? Look at you! What have we got here? He's an elder! So he is. No horns, no knife ears. Filthy gremlin like you. What you got in the capital? Oh, what's this? Looks like you've been holding out on us, boy. Hold it!
Should have listened to us, chum. Now fall in line! Unless you want to get stuck like us! You drew steel. I take it you are prepared to die by it. Stand aside! This place already feels like a death trap. You hear all that stuff about Lord Luis saving us? Hey, you okay? You still got all your limbs attached? Well, at least they didn't figure out our mission. Definitely could have gone worse. What mission? Come on! This is no time for jokes. You do know that if anyone finds out who we really are, it's all over, right? The mission's more important than either of our lives. If we screw this up, there's no going back. Пустынная Традия. Озвучена, кстати, игра не полностью, как я понял. Вот, но ты вроде не ранен, это уже хорошо. Давай поищем, откуда можно осмотреться. Так, управление. Перемещайтесь с помощью клавиш управления. Можно сделать рывок, уклонение вражеских атак. Окей. Просто боевка-то она, ну, не то чтобы такая. Постой, тут что-то есть, совсем рядом, не шевелись. Ой. Боевка здесь такая. Осторожно, это опасные противники, но кажется, они пока нас не заметили. Зрение феи. Включив зрение феи, с помощью ЛТ вы можете в течение короткого времени увидеть окрестности глазами Галлики. Если впереди враг, с которым вы еще ни разу не сталкивались, он будет отображаться как неизвестный, будьте осторожны. Окей. Поднимитесь выше. Это что такое там ходит? Ой, здрасте. Подожди, или все-таки... А, то есть такая боевка здесь тоже присутствует. Что-то они какие-то... Что-то как-то надо, мне кажется, втопить куда-нибудь. Не для меня это противники. Это очевидно. Вот эта штука особенно. Бежать. Не-не-не-не-не-не, бежать. Look. Just checking, but you do remember what we're here to do, right? Напомни еще раз. Right. What am I doing again? Oh, I don't know. The mission that's more important than our own lives? First, we get to the Royal Capital and get you enlisted as a guardsman at the Army's recruitment center. This could decide the fate of the whole country. We either do our jobs or we die. And if it's all the same to you, I'd rather stay alive. So we've got to see this mission through. Come on. We don't want the sun to go down on us in the wastes. Let's pull ourselves together and get back on the road. You know what they say. Anxiety breeds the world's cruelest monsters. I mean, fairies say that at least. I can at least cast my usual spell for you. It's the small comforts, right? Right. Я услышал вдохновляющую музыку, играющую прямо в моей голове. Видимо, таково действие магии Галлики. А, на бард. Ага, хорошо. Makes the road a little easier. Наконец-то, вон и Грантрат уже видно. Осталось немного, мы уже почти пришли. Главное не привлекать к себе внимание врагов. Я могу, конечно, постараться. А, ну что-то как-то на меня переободрило, но... Это меня не захилило вообще ни разу. Ну да, что-то с FPS-ом странное, потому что вот сейчас это уже явно не 60. Но в игре стоит, короче, по умолчанию... Этот, скажи...
Разрешение рендеринга в 200%, мне кажется, это не совсем, типа, разумная история. Ой-ой, плохо дело. О, великий искатель, дитя, овеянный славы эпохи, наделенный силой притворять фантазию в жизнь. Услышь мой зов, окликнись на мольбу и укажи мне путь. Shame. Might you spare some coin? Bless you. Oh, careful! Hurry. Don't you have any street smarts? Come on, kid. Look, we're not tourists here. We gotta stay focused. Right. You noticed back on the wagon? You might be the only Elder here, in the whole city even. Capital's incredible. Just look at all the different tribes. You never see this kind of diversity out in the countryside. Not that it's very balanced. I see more Clamars and Roussants than anyone else. Which means a dopey Elder kid's gonna stick out like a sore thumb. Try to keep your head down, okay? Hey, did you hear what they're saying about His Majesty? They say it wasn't illness at all. I heard it was foul play. Assassination. Shh, careful who hears you say that. But it's just like the Prince, isn't it? They say he was attacked in the dead of night. A war of succession is coming, I tell you. Sounds like monsters have been prowling the countryside. They're sending the guard out to deal with them. The army's really gone to hell. It's a far cry from when we had Count Luis at the helm, I'll tell you that much. Hard to see how the nation can come back from this. We'd not have to ask if the prince was still alive. The king dead. His son stricken. Are there none left to bear the weight of the crown? We've done all in our power, but not even the kingdom's best, the saint, could purify this affliction. Over 10 years he has languished under this curse. How much longer can his body hold out? No doubt his highness would protest. But since he cannot, we have no choice. For the man who cursed his highness and murdered our king, there can be no mercy.
I never thought I would have to ask this of you. But there are so few of us left now. There is no one else to turn to. Will you infiltrate the military to deliver a message to our contact there? This is your mission. For all our sakes, you cannot fail. Hey, are you listening? Well, I guess I can't blame you for feeling nostalgic. You and the Prince were pretty close. Anyway, getting to the capital was only the beginning. Now comes the real high-stakes part. You gotta go get enlisted, so you can meet up with our operative. Remember, nobody here knows who we are. Nobody here knows the Prince might still have a claim to the throne. That means if we get busted, that's it. Nobody's gonna save us. Step one. Let's figure out where the recruitment center is. Shouldn't be too hard, considering the need for soldiers. So? Ты знаешь, куда мы идем? Если вдруг заблудишься, не стесняйся спросить у меня дорогу. Информация о городе. Нажмите РБ, чтобы открыть карту. Если вы не знаете, что делать дальше, нажмите Y, и Галик расскажет вам про этот район. Сохранение игры. Но что странно, вот здесь, типа, с кадрами особо нет проблем. Я не знаю, как это работает на самом деле. Типа, это какая-то странная история. Типа, в пустыне была проблема. Но здесь явно больше деталей, там явно больше неписей всяких, и здесь типа все хорошо. Единственное, что вот меня даже не то, что в этих играх напрягает местами, временами. Но вот здесь это прям на каком-то лютом уровне. Это интерфейс, он, конечно, стилизованный, но он стилизованный настолько, что привыкать к нему надо, прям надо. Подозрительная женщина. Она со мной разговаривать не хочет, понял. Ого, Эльда здесь редкие гости. Без обид, просто в этом городе не любят низшие расы. Спасибо, что предупредил. Будь осторожна, до тебя начнут травить, как нас, парипасов. Понял. А водный день, типа, 02-06, это типа время... Это время! Это типа 2 июня. Водный день. Look at that. The new model's out now. I could be out there slinging spells like a master if I had one of those. I guess that's the big city for you. Everyone and their mother has a magic igniter. So many different types, too. Теперь я тоже только хочу. Now I want one for myself. Yeah, until you see the price tag. Can't imagine what it's like having to wave around some shiny stick to use magic. Me? I can whip out magic anytime I like. And I can even see the magla in the air. Though, I'm not exactly an archmage. Wonders never cease. A fairy and an elden child. Are you new to our fair city? Well, I suggest you keep a low profile. Trust me when I say, you don't want to catch the eyes of the lords and ladies. Ah, but I'm getting ahead of myself. I run this humble shop. Are you in the market for an igniter? Here's something that might catch a foreigner's eye. This is modeled after the royal scepter and would make the perfect souvenir. How much is it? You're not really going to fall for that, are you? How would you even know what the royal scepter looks like to begin with? You've really never heard of it. Wow. Where do I even start? A symbol and instrument of the crown's sovereignty. Passed down through generations. If you believe the legends, it houses incredible magic. World-shattering power. More practically, you might call it the world's most potent magic igniter. And in the king's hands, it was enough of a deterrent to stave off invasion. Now he's dead, with no living heir either. Tragic, isn't it? Kingly magic is of little use without a king. You picked a bad time to visit, boy. I don't know why you're here, but there's trouble brewing.
I'll keep that in mind. A word of caution, then. Your survival is your own responsibility. Well, that was unnecessarily ominous. She has a point, though. We need to be careful. Anyway, we don't have time to hang around chatting with the locals. We've got a recruitment office to find. Давай выкрадем скипетр. Он же явно какой-то крутой. Где этот вербовочный пункт? Дальше по этой улице в сторону собора, потом налево. Хочешь податься в солдаты? Да, пожалуй, для эльдов здесь другой работы нет. Что, язык проглотил? Что за слюнтяй? Я тебе уже сказал, как туда пройти. Его пошел вон. Я не думал, что кто-то заметит, что ты эльд, похоже, я их недооценила. Нам не стоит привлекать внимание, если пытаться скрыть свою расу, это будет выглядеть подозрительно, так что просто веди себя естественно и не обращай внимания на оскорбления. Понимаю, будет трудно, но в первую очередь надо думать о деле. Так, нам нужен вербовочный пункт, он уже совсем рядом. Это что такое? Юноша, вы не хотите взглянуть на наши товары? У нас здесь далеко не простой магазин Мустария. Мы вообще-то спешим, у нас есть кое-какие дела на вербовочном пункте. Вам нужен вербовочный пункт? Идите вниз по улице, пока не увидите большое здание. Оно будет где-то слева. Ну а как закончите с делами, заглядывать к нам? Я постоянно здесь торгую, так что буду рад, если зайдете. Ну да, тут, знаете, такое здание очень сложно пропустить, как будто бы. Но мне нравится стилистически играть, типа, все равно есть в этом что-то. И... По крайней мере, я просадок не на то, чтобы наблюдаю. Но правда, конечно, погружение в ворлдбилдинг такое, что вот какая-то вот история с расами здесь есть, причем явно нестандартными расами, да? Но как-то с ними знакомят. Не очень пытаются. Единственное, что я понимаю, то, что главный герой какой-то эльд, который, видимо, просто человек. У него нет каких-то отличительных особенностей в виде там рогов, ушей, то есть он не фури, он не вот кто вот эти вот белые, я не знаю, на чейнджингов похожие ребята. И при этом людей ненавидят. Это, конечно, интересно. Ну и ненавидят, но такие. It should be pretty straightforward. Oh, and if they start asking questions, just be as honest as you can. Lying will only make us more suspicious. So long as you don't compromise the mission, you're fine. Good luck in there. Knock 'em dead. Okay, you got this. A blue blood, are you? The army's no place for velvet swaddled lordlings. Why are you here? Perhaps your noble family collapsed under its own weight. Is that it? Lineage seems a strange measure for a soldier's worth. I'm looking to enlist. Is that enough for you or not? An uppity one, aren't you? Fine, lordling. Welcome to the guard. Where it'll be your privilege to die screaming and bloody in service of your country. But mark my words, war will turn your arrogance to piss. When your corpse is plucked from the mud, do try to look patriotic. Rousing words, Captain. You think threats will buy loyalty? No wonder nobody respects the guard anymore. But I'm here now, so perhaps the kingdom isn't a lost cause. Insolent pup! You will learn your place. Don't. The healers have enough on their plates already. Be gone, and be thankful you're still in one piece. All right, next. Hurry it up. An elder? I thought your kind was long gone. Age 18. An orphan, too. The army can always use more of those. So, what brings you to enlist? I just want to kill some time. And a little kingdom-sponsored bloodshed will spice up your life, eh? I know your type. I suppose this work attracts degenerates. Are you crazy? So, what can you bring to our beloved corps?
Any skills to speak of? I've always been pretty lucky. I ask for your skills, boy. Right, last order of business. Make your mark or sign your name if you're actually literate. Введите имя главного героя этой истории. Никита. Я не знаю, кто, что. Господи, я не умею печатать, подождите. Рин. Будут его звать. Letters, do you? We'll get some use out of you yet. All right, lad. Welcome to the guard. Yes! I'm sure you heard about the monster sighting, so stay sharp out there. We're shorthanded as it is, so be a good lad and try not to get killed on your first deployment. You can pick up your kit at reception. Standard issue guardsman armor and igniter. Kingdom property. So if you break it, it's coming out of your commission. On your way now. Up to. Next! Ох, это опа, похоже, нам придется дождаться своей очереди. Тоже хочешь записаться в рекруты? Тогда за мной будешь, или ты тут по другому делу? Ты правда аристократ? Что, слышал, как меня расспрашивали? Да, это правда, есть благородной семьи, правда, не особо влиятельные и, прямо скажем, из глуши. Скажем так, меня толкнули на это личные причины. Я пошел в добровольцы, чтобы защищать королевство, вот и все. Интересно, дойдем ли мы до боевки за этот час? Первый. I heard they get sightings. What of those huge monsters? You think that's why we're low on soldiers? Wish they'd have told us that. What do they call them? Something like human. Next. Another Clamar. Wait. No. You don't look like the others. Surely not. An elder? It's the first of your kind I've seen. Move it. There's a priority around here. We're arming squires and children with igniters now. Waste of good gear. Spare off in my hands. Give it here. Brute force. Crude insults. The world is yours for the taking. Care to say that again, boy? We all have our reasons to enlist. Now get back in line. Oh, another high and mighty Clamar, is it? You think your pretty words will measure up to pure Roussant strength? Oh, forget the tribes. This is a matter of pride. Now, you owe us both an apology. Come on, no fighting in the ranks. Sorry for making a scene. You all right? Thanks. You didn't have to do that. Just felt like stepping in. Don't worry about it. Well, see you around. Try not to die out there. Don't make my job any harder, please. Here, your igniter. These days, most come with their own magma crystals. So with practice, anyone can use magic. To an extent, anyway. It's not the sort of thing you can master in a day. For now, newbies like you best focus on surviving. Уже у него на шее один из проводников магии. Кажется, у капитана, с которым я до этого говорил, тоже был проводник магии. Видимо, они бывают разных форм и размеров, как те, что я видел в магазине на главной улице. And take this too. Protect it with your life. Wow, that's a real map. It's dangerous to even chart the wilds, but this is full of details. Only the military could pull this together. Listen up, striplings. My name is Captain Klinger. And as of this moment, you miserable lot are under my command. I'm sure you've all heard about our forces being tied up with the funeral proceedings for His Majesty. But if you think you're on cushy security detail, think again. First, you will be deployed to a fortress at the northern border, where you will be trained
into true guards. Our veterans there will teach you the one thing you need to master if you're to survive. Pain. Perfect. That's exactly where our contacts hold up. Enjoy tonight's sleep, because it's the last full night's rest you'll get. Dismissed! Look at all the other recruits. They really are desperate for new blood. Oh, right. I know you don't know what our contact looks like yet, but he'll know you by your sword. He'll also know right away why we've come. And don't worry, I'll recognize him. Well, the charming captain is probably right. We should get some rest before tomorrow. Hey, you awake? Is it morning already? Does it look like morning? Look, I just have a lot on my mind. Can't seem to fall asleep. I'd heard about what it was like in the capital, but still. When you hear and see all this prejudice out in the open, it's a lot. You okay? It never gets easier. Yeah, I could tell. Try to put it behind you, okay? Some people are even saying it's the lesser tribe's fault that the monsters are showing up at all. These are the same kind of people who burned down your village, remember? I'd rather not think about it. Oh, you're right. Sorry. I'll drop it. The prince was kind to take you in. He cared more about who you were than what you were. I can see why you'd want to repay him. Oh, speaking of, he's the one who gave you that book, right? Can I see it? Sure, I guess. I gotta say, I've been curious. Thanks. It's what you call a fantasy story, right? So it's a fantasy world made up by the author. The prince loved those kinds of stories. Okay, let's see. It says the young traveler was amazed by the world he saw. In this world, there is only one tribe. All people accept each other. And no soul is born into discrimination. Wow. So not even any fairies? I guess less differences means less to argue over. In such a world, there is no need for sorcery. A megapolis is built through learning and labor. Towers of glass that reach the heavens. Safe nights with no dark shadows. Busy streets well traveled. And in the laws of these emotionally satisfied people, it reads, all lives are equal. Whoa. You see, no magic, no tribal conflict, and equality for all? It really does sound like a fantasy, but it's strange to feel envious of a fictional world. Hey, are you asleep already? You know how hard it is for me to turn these pages on my own? Ugh, well, guess I'll just read more later. Good night. Да. Для персонажа пока интересно. I'm fine. In fact, I'm glad we have this chance to talk. I've been reading. And I hope that someday we can make our kingdom like the place in this book. You said it was some kind of fantasy novel, didn't you? Mm. Our lives are decided at birth, by tribal purity, or by the differences that make us who we are. I don't want that to be the world we live in. The Elder here are a perfect example. If you'd not sheltered me, I would never have survived. And yet, they burned your home down. It's tragic, and no one should have to suffer so. Someone needs to fix... You okay? Don't push yourself so hard. Reality is much too cruel. I know that. But I'll fight it. I'll fight to the end. I'm a prince.
But I need to be a hero. One worthy of the throne. A hero? One who can lead. A beacon who will pierce the darkness when all seems lost. My father taught me that. In his stories, the kingdom was full of legendary heroes. So I can't give up. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. Not that I expect it will be easy. I believe in you. Familiar words. When I'm down, when I struggle, you're always there to help me through it. Let's do it. You'll be a hero. Trust me. I won't give up either. Trust me. Знаете, эта книга, типа, он придумал фэнтезийный мир, где никого, ну, типа, где нет, короче, разных рас, как у них в этом мире, типа, это, ну, фактически мир обычных людей, да? Вот, и там никого не принижают, там, по расовой категории и так далее. Ой, не получилось. Что-то пошло не так все равно, да? Until arrival at the northern border fort, one day remains. Let's see. Интересно, как далеко мы забрались? Давай посмотрим, где то место, куда мы направляемся. Форт на северной границе. Так, карта мира. На карте мира можно найти информацию об окружающей местности с помощью клавиш управления, переместить курсор в место, о котором хотите узнать больше. Тут курсор есть. Действительно, есть курсор на геймпаде. Так, ну вот форт. Это форт на северной границе. Местные жители наверняка нам помогут. Нужно поговорить с ними, как только прибудем. Окей. Сейчас нам нужно отдохнуть, чтобы завтра быть в форме. The carriage transporting the new recruits arrives at its destination. The northern border fort. The towering fortress was built during the Annex War, in the mountains at the edge of the territory. Even now, soldiers are sent there for its strategic importance to the royal capital, and to combat the rising waves of monsters. Fresh-faced soldiers disembark from their coaches at the foot of a steep ascent to the fort, the first of many uphill battles. Oh, finally. Can hardly feel my legs. Listen well, you lackwits. The battlefield is no place to sit on your asses, and the border front is always a battlefield. The call to arms could sound at any time. Stand to, curs. You have the honor to serve at the command of Captain Klinger, war hero, tactician, master of arms. When I earned rank in the trenches, forged in the blood of my comrades. Spare us this drivel. Say, friend, I'm curious. What is it about that book that's captivated you so? It's, hard to explain. Точно не второе. Some kind of fantasy novel, you said. So it's describing a better world. A utopia, perhaps. I'm something of a reader myself, but that's not like any book I've read. You know, when the late king took the throne, he was quite the idealist himself. He made grand claims about unifying the people under his rule.
Never managed to do it in the end, of course. Reform takes more than high-minded, eloquent speeches. Maybe he was too blind to see that himself. Listen to you. A babe with his first sword thinking he knows better than a king. Keep your mouth shut. No one cares what you think. Nobody asked you. Something to say? Go on. I'm listening. Давай ногами вот пинаем. If it's a fight you want, draw your blade. Didn't think you'd just challenge me straight out. You've got guts for a lesser tribesman. Well, Clamar, I'll let it go this time. But only because I like your friend. Next time, keep your complaining to yourself. That's the last thing I need. Though I suppose I deserved it in part, speaking ill of the dead and all. My mouth tends to get ahead of my thoughts sometimes. Although, I'm glad a bad habit seems to have drawn us together. Oh, never got round to an introduction. I'm Strahl. Leon Strahl, son of the Count of Harlia. And you are? That's my name. I have that right? It's got a certain weight to it. For what it's worth, my title doesn't mean much. Here and now, we're peers and equals. By the skin of my teeth! Now, where was I? Right, as for you, fresh meat. Someone, help! Is that a soldier? Hey, speak to me, man, what happened? Listen, stay on guard. It's too... Он потерял сознание. Must be one of the fort guard. Those damn vultures across the border. They must have heard about the king's death. Anyway, to the fort. Double time. I'll stay behind to see to the poor bastard's wounds. You want us to go on ahead? Alone? Shouldn't we at least send a team back to ask for... I knew fear would take you at the first step. You want to turn tail? Are you a traitor to the cause? The guard has no place for cowards. You are part of His Majesty's Royal Army. Swallow your fear. Fight with pride. And we'll all have medals this time tomorrow. He's right. We're warriors. Up there is our first chance at glory and riches. Damned if I'm gonna waste it. Let's go. Damn it. Well, I suppose this is what we signed up for. Onward to the fort then. Hey, I've got a bad feeling about this. It's hard to explain, but it's like there's a stench in the air, and it's getting stronger. Hey, did something happen? Wait, is that a fairy? Did you catch it yourself? caught it over there a moment ago. You did not. I'm not a bug, and I'm not an it. My name is Gallica, for your information. So you travel together? You've stayed well hidden for quite a while. Well, I didn't want anyone making a fuss. But we've got bigger problems right now. I can't shake this feeling. We gotta be careful. Agreed. I'll follow orders, but I'm not about to let this armchair general send me to my death. Let's take a moment, then head in once we're prepared. I assume you know how to use an igniter properly? I'm not so sure. He's never used one before. I mean, he's a commoner, so not much chance to. Fair enough. Well, just stay behind me and you'll be all right. I swear, I won't let you die. I'm with you. Соратник, храбрый боец по имени Строл, скрывающий свое благородное происхождение, стал вашим союзником. Oh, this is bad. I didn't think you'd actually have to fight anyone. I just hope our contact in the fort's okay. Let's keep our guard up and hope we find out. Такого я не ожидал, но о нашем поручении все равно не забывай, понял? Yep. Наш союзник внутри, думаю, что да, надо его как-то найти. Еле догнал. О чем это вы говорили? Я слышал что-то про союзника. Sure.
Я просто беспокоюсь насчет солдата внутри. Да, чтобы там ни было, меня все это тоже беспокоит. Пойдем внутрь. Кошмар, сколько трупов. Надеюсь, ты жив, Грай. Нельзя терять время, кто-то должен был выжить, надо искать. Назад мы не одни. Почему он такой странный и похож на чудовище, которое мы видели раньше? Он ведь тоже человек, хоть и маленький. Похоже, придется сражаться с ним. Если это человек, как же с ним управиться? Тогда тем более нельзя его оставлять. Я, понимаешь, у меня с ним давняя история. В любом случае, сейчас наша единственная надежда — это объединить усилия. Ты согласен? Согласен. Рад, что тебя не пришлось уговаривать. Думаю, вместе мы как-нибудь справимся. Такого врага не победить в одиночку. Можно даже не пытаться, если только мы не будем действовать сообща. Понимаешь, ты выберешь момент, и мы нападем одновременно. Жду твоей команды. Так, как начать битву отряда? Нажмите Y, чтобы начать битву отряда вместе с союзниками. Нажать Y... можно в любой момент, но если вы сначала оглушите врагов с помощью атак X в битве отряда, у вас будет преимущество. Старайтесь чаще нападать, чем защищаться. Также вы можете сначала оглушить врага, постоянно атакуя его с помощью X, пока не иссякнет его выносливость. То есть здесь и такая боевка типа тоже присутствует. Мы его сначала станем, потом я начинаю вот это. Ну и тут уже просто типа JRPG история. Если вступить в битву отряд с оглушенным врагом, начальную атаку выполнит один из персонажей. В начале битвы все противники останутся в состоянии оглушения, обязательно этим воспользуйтесь. Битва отрядов. Во время битвы отряда атакуйте оружием, которое держите в руках, с помощью X, чтобы использовать навык с расходом маны, нажмите Y. Выполняемые действия будут расходовать значки хода, расположенные в верхней части экрана, когда вы потратите все значки, и начнется ход противника. Ну, типа, базовая пошаговая история. Вот это, конечно, здесь тоже интерфейс. Так, оружие явить, силу, пропустить ход, занять оборону. Предметов у нас вряд ли есть. Повтор. Повернуть можно, типа... Это, наверное, либо... это либо отмена действий, либо... А хрен его знает. Автобой можно подрубить. Так, ну... давай. Чё, атакуем его. Он не может ходить, потому что он оглушен. А чё, союзники сами ходят? Безупречная победа. Так, какие-то бонусы, деньги, уровень. Пронесло. Мы чудом уцелели, не будем терять времени, идем дальше. Типа я думал, что здесь надо будет управлять всеми, как всегда это бывает в этих играх. Но, видимо, нет. Просто автобой у меня не включен. Ну, я не знаю, может, конечно, типа, это с ним конкретно. Так, что у нас по мане? Магия пламя наносит малый магический урон огнем одному противнику с помощью используемого проводника. Сколько урона это будет? Это 8 маны, я вижу. Давай попробуем, чисто ради разнообразия. А, я его просто уничтожил. Неплохо. Хорошо. Так, ну это, наверное, какой-то левел-ап. Угу. Показатели выросли. Сила плюс один. А я могу выбрать. А, нет, сила выросла, но я могу распределить что-нибудь еще. А, повышает урон физических атак, повышает урон магических атак, снижает урон, получаемый от врагов, повышает меткость, шанс успеха при уклонении, повышает вероятность получить предметы и прочие бонусы. А, магия. Пока что магия какая-то имба. Ой. Где он еще жив? Осторожный перед тобой враг, не обманывайся его внешним видом. Какой-то зуб. О,
Вот какой-то зуб еще один. Деремся, боевку хочется поиграть. Я не знаю, типа, у меня вообще никаких проблем нет с такой боевкой, она мне в принципе нравится. Ну, за исключением того, что у тебя постоянно вот эти вот загрузочные экраны в бой и так далее, типа на это уходит время. Но, знаете, тоже какой-то прям проблемы в этом я не вижу. Иногда такого хочется. И вообще, очень сильно одна из, наверное, самых ожидаемых сейчас у меня игр — это Clair Obscur, где вот будет вот эта боевка, но она каким-то образом еще будет при этом типа реактивная. То есть как бы это будет пошаговая. Это пошаговая плюс реактивная боевка одновременно. Не знаю, насколько это вообще сработает. Но поэтому как раз-таки интересно. И при этом она не вот с этим типа анимешным стилем, она такая вполне в реализме. Что, я думаю, привлечет как раз-таки другую аудиторию, которая видит аниме, мультики для детей, все, этого нельзя играть. Не знаю, какие-то странно закомплексованные челики, у которых есть какая-то проблема со стилистикой, типа, может, она не нравится, но, конечно, когда я такое вижу, это странно. Так, а что у нас дальше? Я хочу какого-нибудь... Вот, эй, погоди. Там еще один, если он нас заметит, будет плохо. Не похоже, что он нас заметил. Может, воспользуемся шансом застать его врасплох? Стелс здесь есть. Если вы успешно нападете с помощью X до того, как вас заметят, то сразу лишите врага выносливости, мгновенно оглушите. Это не совсем стелс, он просто на меня не повернулся. Оглушение больше не действует, а почему? Что по предметам? Лист, лекарственное растение, целебная мазь. Ну, это в основном, да, чисто на хил здесь у нас штуки всякие. Давай огоньком его еще разок. Он, конечно, походит, но... Да, тут у нас страдает немножко. Просто надо было чем-то добивать. В любом случае. Это же прикольная игра. Но она меня, когда ее только показали, именно трейлер первый, она меня заинтересовала. Потом я увидел, что это, типа, а-ля персона, и такой, ну, типа, с пониманием, что, типа, тут будет происходить. Он теперь это мне сделал. Ну, типа, не оглушение, но ага. Битва отряда при атаке на вас. Если на вас нападут в подземелье, вы автоматически вступите в битву отряда. Учтите, что битва начнется с хода противника. Как я провафлил, это интересно, ну окей. Он еще дышит, но рана серьезная. Ты, Эльд, не смей меня трогать, вы только несчастье приносите. Это из-за тебя явилось чудовище, все потому, что на поле боя вышел Эльд. Ну конечно, как же иначе-то, проклятие, пропадет оно все пропадом. Ты молодой новобранец, уноси ноги, эта штука впереди. Там ведь еще остались солдаты, мы не можем их бросить и сбежать. Слишком поздно, этого монстра не победить. Просто бегите, убегайте отсюда. И здесь его нет, куда он подевался? Ай, ненавижу эльдов, так и знал, что форт проклят. Разве иначе бы напало на нас такое чудовище? Успокойся, человек явился не из-за него, ты же это понимаешь? Но все погибли, а у них ведь есть семьи. Хоть ты и эльд, мне все равно. Помогите кто-нибудь, не хочу умирать. Стойте. Вы с Галикой никого случайно не ищете? Я так и подумал, теперь все сходится. Зачем скрывать это от меня? Полагаю, на то есть причина. Ну, сказать по правде... Это кричал человек, которого мы видели. Крик раздается с вершины башни. Может, там еще остались солдаты? Личные дела обсудить еще успеем. Там нужна наша помощь. Скорее наверх. Опять яйцеголовый. Этот яйца даже не головый. Опа! Ну тут, скорее всего, смерть. Да. Нахер ты тратишь ману, дурак? Вот что он делает? Типа, я начинаю бой, он просто вкидывает самое сильное заклинание на абсолютно примитивных противников и такой, да. Как же я силен.
А потом сейчас мы, я не знаю, в какого-нибудь босса воткнемся, короче, и все, GG. Он опять кастует огонь. Я не могу. Ну зачем ты это делаешь? Он всю ману решил потратить. Просто всю. Что это такое? Подожди, итог. 4. А, 4 очка опыта. 15. Что такое 15 магии? Это типа восстановление? Вряд ли восстановление, учитывая, что как-то меня особо не восстанавливают, ни хрена. 2 очка. Я, подожди, почему завершить? Так. А, я не потратил в прошлый раз. Все, давай вот так. Там надо было по-другому это сделать. Так, целебная мазь. А второго мы тоже разнесли, да? Не, ну вот FPS даже здесь что-то профризило. Но это, короче, какая-то техническая проблема, не связанная даже с тем, что на экране находится. Потому что, ну иначе тогда она бы как раз в детализированных зонах лагала гораздо сильнее. Ауч. Да, потрать всю ману трать. Давай, она же у нас бесконечная. Конечно. Какой ты умный. Топ-1 союзник просто. Мне очень интересно, что он будет делать, когда она закончится у него. Ой. Он начал атаковать. Вау. Он это сделал. Он начал использовать меч. Уй. Я даже не ожидал. И видишь, против них это тоже работает. Просто залететь с двух мечей и снести. Гений. А как-то можно, я не знаю, типа использовать предметы пассивно, например, восстанавливать 20 маны одному с... Он не получит от меня маны. Ни в коем случае. Он получит от меня ману только тогда, когда мы встретимся с по-настоящему серьезным противником, давайте так. Которого мы не ваншотим за 2 секунды. Мы почти добрались до крыши. Постой, я хочу кое-что сказать. Я сомневаюсь, что там будут выжившие. Даже если мы сейчас дадим бой этому чудовищу, вряд ли нам удастся кого-нибудь спасти. Но я все равно пойду, это мой долг дворянина. И из-за этого ты готов рисковать собой? Ведь ты можешь погибнуть. Я просто хочу защитить хоть кого-то из выживших. Дворянина не пристала бежать, поджав хвост. Я бы никогда не простил себе подобного поведения, особенно после того, что пережил. После того, что пережил... А ты пойдешь со мной? Я знаю, что ты должен кого-то отыскать. Может, не стоит себе рисковать сейчас жизнью? Я не собираюсь сейчас убегать и бросать остальных. Я понял. Что ж, тогда я буду рад твоей помощи. Вот КВ почувствовала, так и знала, что там будет человек. Что же делать? Так, подожди, если мы идем вот сейчас уже драться, то тогда имеет действительно смысл на восстанавливание. Ну, правда, я много ему не могу восстановить. 100 здоровья. Ну да, ну потому что вот я говорю, он все потратил. Подаренный меч. Подожди, старомодный двуручный. Галика у нас есть, но она типа не считается как... А, потому что строл гость, смотри. Я, наверное, не могу управлять его действиями, потому что он, типа, как это персонаж, который со мной, но он не полноценный спутник. А Галика не участвует в бою по какой-то причине, не знаю. Окей. И еще всякие штуки. Так, сохранить можно было в любую секунду, мне говорили, но, видимо, не сейчас. Ну, окей, погнали. Только не делай глупостей. Ну, хорошо, идем.
Че это-то? Это человек, да. Проклятие, как... We can't let it get away with this. We have to hold it off somehow. Я не думаю, что мы можем это победить. Damned humans. It was all because of them. We'll just have to make it work. Мне нельзя погибнуть, я должен довести дело до конца. Homo Gorlio. Хорошо. Типа... Бьем самым сильным пока есть. Один. Ну да. Это невозможно. Если внезапно нам кто-то не поможет. Что это было? Оно... Привычка уже. Навыки, оружие. Но я не знаю, огонь на него не... Причем, типа, огонь наносит ему единицу, если я буду его атаковать, видимо, это... А, это больше урона. Короче, огонь на него не работает, забей вообще. Больше я ничего не могу сделать. Мне нельзя здесь умирать. Принц, я должен спасти лучшего друга. Но... Forgive me. What? No! Please, say something! Stroll! Don't be a fool. Just run for it. Oh, fate subtle child. Oh, anguished traveler. Thy fate is crown twined, thy soul bound for the throne. A future yet unknown dawns in this moment. Thy path may fork, but only one may be chosen. Confront the threat before thee, or die here in obscurity. Now choose. I choose. So be it. Heroism lies in the soul that stands firm against its fears. Power awaits thy command. The time is come to awaken the hero within. Engrave thy very heart. Навыки архетипа искатель цик наносит мало магический урон ветром одному противнику, восстанавливает небольшое количество союзников у нас нет. Ну или я так понимаю, что я тоже в счет. Просто хилиться пока не надо. Это похоже на урон. Моя сила не идет ни в какое сравнение с его. К тому же он может использовать магию даже без проводника. Ну, урон начал меньше мне наносить. Уязвимости врагов. Некоторые враги уязвимы к определенным типам урона. При поражении уязвимого места противника появится слово «слабость». Понял, если вы нанесете врагу критический урон или удар, которым он уязвим, то значок хода израсходуется наполовину, а не целиком. Нанесите уязвимого, за которым он... Да?
Атакуйте крыло или лапу. О, тут и такое есть. Кстати, прикольно. Так, а можно типа архетипом бахнуть еще раз? По крылу давай. Ветром. Ой, какая же это слабость. Подожди, но это не все его... ХП типа. Еще раз. У меня просто есть мана пока. Наверное, поражение каких-то участков противника будет просто выключать им, я не знаю, там, какие-то конкретные анимации. Типа, если ветром по ноге, видимо, он опять получит слабость. В принципе, можно на это похилиться. Ну, и вообще, я могу как бы добить. Пожирание. Ага. It's eating its own fruit to heal? We can't kill it fast enough. It's just gonna fix itself up no matter what we do. Kick. I can't believe it's eating from its own body. Can you knock those apples off? Не слабость. Так. Ну, применить оружие вряд ли будет эффективнее, да? Давай яблоко ему собьем до конца. Не сбил! Чё, реально? Разрешить галики сбить яблоки, которые устанавливают... Да? Understood. Leave it to me. Ты Judgment Cut и все это время умела делать? Мать, ну ты, конечно... Слабость? Это не слабость. Но учитывая, сколько я урон наношу, я думаю, что мне даже хилиться не придется. Хрен тебе не успеешь, мне осталось. Ну, за два хода я его заканчиваю точно. А, или даже за один. Ранг. Это ранг архетипа. И там будут другие архетипы потом. Ловкость выросла. Так, давай выносливость. Чтобы все было равномерно более-менее. Since time immemorial, those we call heroes have earned the title through this order. They pursued their wishes and boldly walked a path of virtue. What thou hast awakened is the true spirit of a hero. The power that lies dormant in all of us. The power to reforge the fear of the unknown into curiosity. If thou wouldst change the world by thine own hand, take this newfound power and venture forth. Thy journey shalt reveal thy soul's mission. What was that voice? And you! What was that power you used? You had a metal heart, and your whole body was... It was crazy. Look, that stroll guy is still alive. I'll be damned. Someone actually survived. That voice. Grius. Oh, thank goodness you're alive. Gallica, you made it. He's our man on the inside. The one I'm delivering the message to. He's badly hurt. You, boy, lend me your shoulder.
We'll need to carry him. The smell of blood will draw out the beasts. Let's not hang about. The lad's out cold, but he'll live. We should be fine if we take a moment's rest here. Oh, you're a sight for sore eyes, Grius. Just wish it were under better circumstances. We're both alive, and you can't ask for much better in these parts. Sorry I couldn't join you in the fray. So, this is our newcomer, eh? How'd this boy manage to command power like that? It's like nothing I've ever seen. Do you know anything about it? I might. For now, the mission comes first. Right. I'd better just get straight to the message. Grius, you have a new mission. Avenge the king. And kill Luis Guiaburn. Well, good. It's about damn time. Those scheming nobles haven't said so publicly, but every soldier knows it was nothing natural that killed the king. Damn that, Luis. Couldn't stop at one royal, could he? Wait, there's more. The prince is getting worse. We're running out of time. Here, look. I brought a treasure from the village. They called it a farsight mirror. You need to see the prince's condition for yourself. В зеркале я вижу принца, погрузившегося в глубокий сон в затерянной деревне. His highness won't last much longer. Those thorns are thick enough to claim him. Luis cast the curse, so killing him is the only way to lift it. If we wait any longer, you're just gonna crown a new king. Who's Luis? Is that a real question? About 15 years ago, a child enlisted in the army. But it wasn't his age that had people talking. It was his ruthless military genius. Hero to some, monster to others. Luis Guiaburn, a prodigal tactician and a master of Magla arts. Some said it was only a matter of time before he made general. The youngest the nation's had. Until he attacked the prince. That night, when the prince's quarters were breached, it was no ordinary mage who cast that fatal curse. It was Luis Guiaburn himself. But the son's death wasn't enough for him. Now he's got the father's blood on his hands. And if that king-slaying fiend ends up on the throne, we're all doomed. But when we were exploring the royal capital, there were a lot more Luis supporters than I expected. How can they still trust him after all that? Luis is cunning. He left no evidence. Accuse him as you will, and the allegations wouldn't stick. All they could do was send him as far away as possible. A post in the middle of nowhere. Plenty of soldiers never believed the charges in the first place. When they look at him, they see a capable veteran unjustly made into the noble scapegoat. Most think the Royal Army was at its best when he was in charge. And in truth, it's hard to deny. Without him, we'd never have crushed the rebel uprising so quickly. Damn the man. But he's earned his titles. He's mastered the blade, magic, and he's clearly intelligent. To the masses who want change, he seems the savior they need. If even you're that worried about him, this isn't going to be easy. That's a hell of a mission. And I want in. So that's your game, eh? Pretend to sleep, eavesdrop on the plan. You're a fool to give yourself away. If you want my blood, then let your blade strike true. I'm not going to run. Not from you, and not from a chance to do what's right. Look, Grius, he saved our lives back there. And it sounds like we could use the help. Seems like kind of a waste to kill him. Especially if he's volunteering. Then answer me this. The boy's all but a stranger to you. Yet you risk your life to save him. Why? I would live, fight, and die a noble, sir. To have done otherwise would betray my title, to say nothing of my heart. I'm losing my edge. Make me regret this, and I will slay you where you stand. You'll let him help us? Right then. My life and sword are yours. As far as the rest of the world's concerned, you perished in that castle.
You'll find the job ahead will be easier for a dead man. Your lives are kept only by the blades in your hands. And you'll raise them at my command. We have to. Задание принц спасение принц. Чтобы спасти принца от смертельного проклятия, должен одолеть Луи Гуаберна, злодея, который не только напал на принца, но и убил покойного короля. Срок неизвестен, ранг 1, 2, 3, 4. Какой-то ранг. If we are not back to the capital by then, we lose our chance at his head. But no main roads. That'll mean checkpoints and questions. We're bound for a different route. We'll cut through the abandoned mine up ahead to save us going the long way round. For tonight, see to your wounds. We'll leave at first light. But I'm counting on you. Новый союзник, который точно не будет тратить свою ману. Let's set up our camp then. Now, we should finally be able to get some rest. This your first deployment, boy? Thank your lucky stars you survived a brush with a human. What the hell was that? It was like no beast I've ever seen. No one truly knows. They're protected by Magla, so even the sharpest steel does little good against them. They're no simple beast. All we do know is with every passing year, more of their kind tear travelers apart. That was why I was first sent undercover here, investigating. And? Did you learn anything? Simmer down, boy. There wasn't a damn thing to be found on those monsters. Ah. Well, the moon's still low. If you've any other questions, now's the time. I want to hear about the mission. With numbers like this, a head-on assault would be suicide. Quick, covert assassinations are best bet. Kingslayer or no, Luis has a lot of public favor behind him. To the people, he's the only man with the wit and war power to bring down humans. The military seems powerless to stop them, so he plays savior. The man's practically a monster himself. By your age, he was not only a master tactician, but damn near an archmage besides. And the three of us alone are supposed to stop him. We'll just have to blend in with the crowd at the funeral. I won't abide him surviving the ceremony. He will die by my hand. С помощью огня можно отпугнуть опасных монстров. Так, ну что, отдохните перед отправлением. Хорошо, мы, конечно, отдохнем, вот, но и пока что, я думаю, первый взгляд на нам тоже закончим. Я хочу сказать, что мне нравится игра, ну, типа, она классная, вот, вопрос, нравится ли она вам, хотите ли увидеть, во-первых, прохождение этой демки до конца пролога, потому что там еще где-то 2.5 часа контента, как я понимаю. Интересно, что у тебя за новая сила, кажется, как играю, было что-то неизвестно. Надо будет обязательно опробовать ее в действии, но сегодня давай отдохнем, ладно? Как хочешь. А, вот, и, соответственно, когда она выйдет, возможно, ну я не знаю. Ну, чисто технически действительно свободные дни, когда мы не будем чем-то заняты прям вот именно актуальным, нововышедшим, чем-то более хайповым, чем локальные персоны и персона-лайки, тогда, ну, можно будет ее постримить, когда она выйдет, потому что сохранение с этой демки можно будет перенести. Как бы с этим проблем никаких не будет. Можно там считать это типа как первая часть прохождения. Ну, понятно, что дальше, если мы ее продолжаем, это уже будет формат стримов, таких максимально лайтовых, без каких-то марафонов, гиперхайпов и так далее. Ну, разве что, если мы ее на релиз все-таки будем проходить туда, там, поиграем поплотнее. А жду вашего фидбэка, потому что, опять же, мне периодически такого хочется, мне периодически такое интересно, мне хочется вот что-то такое играть. В целом, я не против, ну, просто проблема в том, что действительно игры на сотню часов, да, наполнены там контентом и так далее, но, я не знаю, в стилу стилистики, чего-то еще остального, ну, не заходят такие игры аудитории, мало что я могу с этим сделать, к сожалению. Вот, но если увижу, что наберется какая-то база людей, которые готовы ее смотреть, то в целом, почему бы и нет. На этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, напишите комментарий, что вот хочу увидеть прохождение полное метафор, рефантазию, вот, и тогда, вот, если такого наберется достаточное количество, я задумаюсь.
Вот. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеопрохождения и так далее. Обязательно заходите в Телеграм, где анонсы, новости и вся самая актуальная информация по каналу. Бусти у нас есть, где прямо сейчас идет розыгрыш Frostpunk 2-го делюкс издания, плюс там огромное количество бонусов, но, как бы, опять же, в первую очередь, это способ поддержать контент со стороны зрителя. И также есть бот в Телеграме, который позволяет пополнять Steam, покупать разного рода подписки, там донатную валюту в разных играх. Вот, если что-то через него будете делать, то это будет прямая поддержка канала, что тоже за что я буду признателен. А на этом все. Увидимся ли во второй части «Метафоры и фантазию» зависит от вас. Всем пока!